20 число марта месяца, 8 часов, даже нет еще, половина восьмого. Вот так вот бабушка коротает вечер, холодный компот и молитва слова. Нагрела кастрюлю воды, люди дали на костре, помыла голову. Разговаривая, идет пар со рта, очень холодно. Это 20 марта. Вот так бабушка живет. Пока сегодня не обстреливали, но ездили с каждого столба, срывали видеокамеры, где было, и что-то еще возле каждого столба что-то делали, что-то вредили наполовину чеченцы с черными бородами.